Привет! И сегодня я расскажу, как делать правильно сообщение. Сначала надо создать папку, где мы будем это делать. Нажимаем на правую кнопку. Создать. Создать видео и документ Microsoft Word. Называем это. В моем случае это про Антона Павловича Чехова. Вот название. Заходим сюда. Как вы видите, здесь все пусто. Надо написать сообщение. С моим видео каждый же ребенок научится делать правильное сообщение. Сообщение. Антон Чехов. Дальше. Вот написали. Мы нажимаем главное, потому что очень мелкий шрифт. У нас тут 11 шрифт стоит. Надо выделить это левой кнопкой мыши. Ну или просто левой. И нажать главное. 14 шрифт, это самое, ну, не 14, чтобы это было выделено. Поставим это как 22. Дальше. У меня уже была смотрите, вот я так заходил в Яндекс. Ну и писал мне тут Антон Чехов. Ну и тут я уже выбрал информацию, которая мне нужна. И сейчас что, я вам и заходим, точно вам забыл сказать, чтобы лучше было, надо нажать, смотрите, вот такая вот одна полосочка, это и там написано «свернуть», нажимаем ее, потому что, чтобы, смотрите, и теперь вот здесь можно так зайти в наш документ Word, так легче. И мы заходим. И вот так, вот сюда курсор. Вот сюда, наверное. Да ё-моё. Так, смотрите, вот как-то вот так вот, видите? И вот у нас вставить. Очень мелкий текст. Мы его выделяем левой кнопкой мыши. Главное. И 14 шрифт. Это читаемый шрифт стандартный. Антон, ну и вы можете тут прочитать, поставить на паузу видео. Ну а я пока буду еще брать информацию. Заходим в Яндекс. Яндекс можно было тоже свернуть, но я этого не сделал. Антон Чехов. Давайте напишем его рождение. Давайте напишем, когда родился. Дата рождения. И смерть. Псевдоним Антоша Чехон, ты у него брат моего брата. Дата рождения 29 января 1008. Копирую. Нажимаем вот так копировать. Заходим в наш документик. Так, и вот отступаем немножечко. Нажимаем вот эту кнопку, видите ее? Самая первая. Ну, конечно, мы сделаем по-другому немножечко.
Нифига себе, это целый 21 шрифт, а нам надо 14. И вот тут прям припишем. Это я пробелом, если что, делал. Дата рождения. На этой 29 января. Тысяча 860 год. Точка. Ой, а так. Дата смерти. На этом можно в конце написать. Дальше заходим в Яндекс. И сейчас я это все сделаю в обустрении. Это вам будет неинтересно. Но я и сделал почти свое сообщение. Осталось мне только сохранить его фотку. Надо зайти в любой поисковик. Пишем. Фото Антона Чехова в молодости. Ну и, допустим, выбираем какой-нибудь портретик. Давайте вот такой.